Великий Майкл Джордан говорил: «Я могу объяснить всем, как нужно играть в баскетбол, но только никто не сможет так же». Это про спорт, и мы начинаем. В баскетбол играют 5 на 5, но для уличного варианта этого вида спорта вполне себе хватит одного кольца и всего 3 человека в команде. Ключевое правило баскетбола – бежать, обязательно ударяя мяч в пол. Категорически запрещено бить мяч ногами, однако, если так получилось в процессе игры непроизвольно, это не является нарушением правил. Роль капитана – это для меня в этом году первый год. Это очень ответственно, потому что нужно, во-первых, на тренировках быть как минимум раньше всех, чтобы собрать всю команду, чтобы всегда была атмосфера нужная, поддержать каких-то новых игроков. Это роль и тренера, и капитана команды. Само собой, нужна быстрота, нужна очень хорошая техника. Конечно, если есть техника, физические данные, такие как ловкость и прыжок, то рост, конечно, уходит на второй план, но рост – это, конечно, и голова – это самое важное в баскетболе. Всегда говорят: выиграл, значит, молодец команда, проиграли, виноват тренер. Поэтому ответственность 100% лежит на тренере, как за победу, так и за поражение. В втором классе к нам пришел тренер по баскетболу, набирал высоких ребят, позвал меня, мне понравилось. Есть очень много маленьких игроков, быстрых, техничных, а есть много также высоких игроков, которые за счет роста только забивают и делают полезные действия на площадке. Алексей любезно согласился нам продемонстрировать баскетбольную технику. Игроки приходят всегда все разные, каждый со своим характером, своим нравом. Поэтому работа такая, одна из тоже из основных, это сплотить коллектив. Будет команда, будет и результат. Закончить хотелось бы словами все того же великого Майкла Джордана. Я не боялся брать на себя ответственность за решающий бросок. Я терпел неудачи много раз в жизни. Именно поэтому я успеваю. Не бойтесь рисковать и помните, что спорт – это жизнь. Увидимся.